Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я открываю вон такой подарочек. Киндер Максимикс. Это такой набор, где очень много вкусняшек киндеров. Такой очень хороший новогодний подарок. Вот тут написано, что будет. Киндер-сюрприз. Другие еще киндеры. Вот, другие вот. Вот. Все компании. Давайте открывать. Так, посмотрим. Открывается здесь у нас. Ножницами. Кто хочет, кому удобно, могут открывать вот так. Ой, посмотрите, я неправильно открыла. Давайте перевернем. Так, переворачиваем. И, о, как у нас много всего. Вот у нас есть таких две вкусняшки. Все знают это. Такие очень вкусные. Макси. Kinder Chocolate Макси. Вот. Еще один Макси. Я сейчас посчитаю, сколько. Тут три Макси. Вот такой молочный шоколад. Потом вот таких два киндера тоже, шоколад со злаками, их два. Три вот таких Макси, одна вот такая и вот такая одна. И один киндер-сюрприз. Давайте посмотрим коллекцию киндера-сюрприза. Это вроде киндера-сюрприза и их профессии. Знакомая нам коллекция. Давайте мы распакуем это яйцо. Сейчас распакуем это яичко наше. Яичко не хочет распаковываться. Сейчас мы распакуем это яичко и посмотрим, попалось ли нам коллекционное или попалось нам не коллекционное. И нам попалась, секундочку, не коллекционная игрушка, но какая-то другая игрушка. Посмотрим, что попалось. Сейчас. И нам попалась, ой, нам какая-то игрушка попалась. Давайте посмотрим. Это вот такой телевизор, и где ты им рисуешь вот так вот. Ой. Так, сейчас посмотрим, что это у нас. Так, это у нас, кажется, наш телевизор такой рисуешь пальчиком. Или карандашком каким-то. Давайте посмотрим. Да, вот это такая коллекция. Вот так он собирается у нас. И ты как бы рисуешь сейчас, вроде, вот это, вот так вот как-то рисуешь. Как-то. Тут показано сейчас. Ну, это такое, это так рисуется, вот тут показано, как это собирается. И вся коллекция такая. У нас вот такой. Есть еще такой, такой и такой. У нас вроде бы вот такой попался. Тут можно рисовать всякие рисунки. Наш любимый шоколад. Игрушка. Очень хорошая. Потом нам, как вы видите, вот эти попались хорошие. Очень хороший, по моему мнению, новогодний подарок. Самое лучшее, что можно подарить ребенку. Вкусные шоколадки. И замечательная игрушка. И всем пока! Пока-пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пишите мне в комментариях. Всем пока-пока! Пока!